Всем привет! Сегодня у нас будет вторая акция донатная. Посмотрим, какой дроп в ней и что мне сегодня падает. Это рубашка и верх. У нас сегодня здесь призы раз череп хранитель Рина Вальтор. Засунули сюда Вальтора, с яиц убрали его. Тут Анубис стрелок, рубашка и верх Вальтор. Я не знаю, тут и попыток не показывает сейчас, сколько у нас есть. Раньше были хотя бы видны попытки, сейчас этого нету. Ну, посмотрим, как нам повезет тут. Там мы выбили всех. Посмотрим, что будет у нас здесь. Так, кристаллы. 150 самоцветов. Так, ордена. Давайте посмотрим, какие у нас тут дроп, ключи, мешки, руна эволюции, в принципе, неплохо, сундук таланта, ну, дроп неплохой. Так, это есть, поехали дальше, ордена. Тут тоже, видите, очень много расходников падает, которые как бы уже людям не нужны, но их все равно сюда тулят. Ордена, значки почета, самоцветы по 150. Я и так самоцветы получил. Мне больше интересны герои. Ну вот так вот IDG, скажем так, в этом плане скупиться, людям сразу давать героев. Так, мешок рун 3 уровня, в принципе, неплохо. Ну, давайте уже какую-то карту питомца, руну эволюции, сундук. Вальтора можете дать. Опять мешок рун. Ну, в принципе, неплохо. 3 руны тоже неплохой дроп. Значки почета. Ордена. Ну, скажу так, для начального аккаунта этот дроп, возможно, будет интересен. В плане прокачки, потому что реально на начальных уровнях. Вот она, коробочка таланты 5 уровня. Спасибо, IDG. Давай руны эволюции еще мне. Мне рунки эволюции нужны. Кулачки сюда вы, конечно, не засовываете, но хотя бы руны эволюции давайте. Так, коробочку мы 5 получили уже. Но герои что-то нам тут не падают, видите? Туго-туго идут герои. Не знаю, почему так. Но пока еще никого не получили. Так, кристаллы героев. Ну давайте, давайте что-то интересное. Ну, смотрите, одни расходники дают. Чувствую, если там нам повезло, то тут нам не повезет. Потому что что-то мне подсказывает, что здесь дроп еще хуже, чем там. Одни расходники только падают. Еще ни одного героя даже не упало. Даже нельзя посмотреть, сколько у тебя попыток. Опять 3 руны. Ну хотя бы 3 руны дают. Это хоть что-то. Карта обновления таланта. Ничего себе. Целых 300 самоцветов нам подарили. Так, смотрим дальше. Фигня. Ну давайте уже какого-то героя, что ли. Сколько можно уже жрать попытки. Либо руну эволюции дайте хотя бы одну. Арес. Ёб твою мать. Целый арес нам упал. Не знаю, с какой попытки уже. Я, честно говоря, их не считал.
Ну, это, конечно, очень круто. Я доволен. Так. Ордена. Ну, не знаю, видите, в этой акции вообще печаль, печаль. Не расходники падают, там хотя бы психощиты в яйцах есть. Яйца хорошо падают, а здесь одни кристаллы героев падают. Ну, как-то не очень. Честно говоря, вообще печалька, печалька полная. Ну давайте уже каких-то плюшек нормальных. Зачем мне ордена? Смотрите, одни самоцветы по 150 сыпят и все. Пока как-то, честно говоря, не сильно впечатляет дроп отсюда. Точнее, он вообще не впечатляет. О, вот он пришел, Рино. Нежданно-неожиданно к нам. Напросили, называется, напросили. Не насосали, а напросили. Так, Рино есть. Смотрим, что у нас там еще. Рино нам пришел, Арес нам пришел. Череп, Хранитель, Вальтор. Ну давай, Вальтор, приди. Череп. Пришел череп. А ну-ка, Вальтор. Коробочка пришла. Смотрите, как начала падать. Последние попытки. Неплохо, неплохо. Ждем, ждем. Ну давайте, Вальтора. Чтобы я спокойно спал. Вальтор, приди. Не хочет он к нам приходить. Вальтор, ты где? Это видите, Вальтор на нас обиделся. Так. У нас остался еще Хранитель Вальтор. И мы ни одной руны еще эволюции отсюда не увидели. Уже все, в принципе, увидели. Коробок до хрена нам набили. Две коробки получили. Тоже, в принципе, неплохо. Но это все не то, чего мы хотим. Точнее, чего мы ожидаем. Ну, давайте что-то интересное уже, что ли. Пока одни расходники падают. Плохо не видно попыток. Были бы попытки, было бы интересней. Так бы даже, ну, не знаем, сколько у нас осталось. Но остался, я знаю точно, остался Вальтор. Хранитель. Все, у нас остался один Вальтор, которого мы еще не получили. Посмотрим. Арес. Вот вам... И шуточка от IGG, точнее подкол. Вальтор сейчас не упадет. Потому что впихнули второго Ареса. Вот эта фигня, я не знаю. Или они, смотрите, коробка еще одна упала. Или они прикалываются, или что. Но реально бывает, задваивает, затраивает героев. Бывает, по три героя можно получить. А вот того, который написан в списке, мы не получаем. Вот у нас второй Арес появился. И в итоге... У нас сейчас закончатся попытки, и мы Вальтора отсюда не вытащим. Хотя должны были. Смотрите, еще одна коробка. Зато набили коробок до хрена. Ну давайте, когда там уже попытки у нас закончатся, осчастливьте нас. Скажите, что мы Вальтора... Не получим.
Думаю, где-то на подходе. Еще одна коробка. Не знаю, сколько мы там уже коробочек получили, но до хрена. А Вольтора так и нет. Зачем они его сюда убрали? С яиц лучше бы в яйцах оставили. Там реально было бы интереснее его доставать. Ничего себе, мифический мешок рун. Так красиво прорисован. Мне аж понравилось. Его здесь увидят на этой попытке. Так, кто у нас? Ну давайте Вольтора уже. В общем, я так понял, реально, если у нас задвоивает героев, то реально очень тяжело будет вытащить последнего. Ну, обновление таланта. Да, видите, реально не то. Ну, в принципе, плюс мы натащили отсюда до хрена коробок. Мы отсюда вытащили всех практически героев, кроме последнего Вольтора. То есть, ну, неплохо. Количество коробок радует. Так, смотрим. Ну, давайте уже. Остался один Вольтор. Но пока мы его еще не увидели и вряд ли увидим. Так, кристаллы героев. Ну, все да не то. Ну, ордена. Ну, давайте, порадуйте уже хоть чем-то интересным. То не ордена и кристаллы героев. Давайте коробку, руну эволюции, которую вы написали, так и не дали. Которая реально нужна больше всего. Вот так вот. У вас нет попыток для участия в акции. Приобретите еще немножко самоцветов. Больше. Ой, так, ладно. Вот такие у нас сегодня награды получили мы. Сейчас мы их увидим. Вот здесь. В принципе, акция тоже неплохая. Но, видите, Вольтора мы так и не вытащили. Хотя, мы с яиц вытащили стрелка Анубиса. Это больше, скажем так, это лучше, чем Вольтор. Вольтор уже не настолько модный, как он только вышел там первые месяца, все кричали, вот Вольтор, Вольтор. Сейчас Вольтор уже реально ничего не решает в плане PvP локаций. Вот смотрите, видите, это у нас предыдущая акция. Так, давайте забираем эту акцию. Посмотрим, сколько нам тут коробок упало. Ну вот, смотрите, хорошо коробочки посыпались. Четыре коробки, да, мы получили, получается. Раз, два, три, четыре, пять. Пять коробок. Ну, неплохо, неплохо, я вам скажу. Вот видите, только Вольтор к нам не пришел. Вот такая вот акция. Пишите в комментариях, доставал ли кто-то сегодня с нее Вольтора.